Слушайте, наверное, да. Я в гости залечу скоро туда. Я отлично. Да нет, не забухал, все нормально. Так, был момент, конечно, да, у меня трехдневного трипа. С Новым годом, удачной перевязки. Спасибо, Леонид Степанович. Леонид Степанович, я вам напишу там по поводу девочки. То, что мы говорили до Нового года, она созрела. На проект. Привет, привет всем. Вас столько много. Спрашивайте что-нибудь, расскажу. Ну, можно было бы залететь, да? Я видел, там Саймон пришел. Может, а Лиза, что за Лиза там? Познакомьте меня с ней. Берлин когда? Не знаю. Аню любишь? Ты правда хотел, блин, не слушайте никого, да? Там вообще, ну, полностью фейк, ну. Даже номер не мой, а вы ведетесь. День недели сегодня, друзья, скажите. Пятница. Я сейчас после перевязки еду, короче, на Тверскую, в Чебуречную. Хочу чебуреков. Какое мое любимое блюдо? Щи трехдневные. Почему Барсика разошли все время, не знаешь? Ну, могу предположить, наверное, только. Но предположение – это не самый главный аргумент. Что с рукой? Это затер до мозоли. Как ты относишься к Крис? Что? Да, Крис вообще красотка. Она может делать то, что она хочет. Это ее выбор. И он всегда правильный. Постоянно говорите, что у меня стеклянные глаза. Вы поймите одно, то, что я траву курил последний раз в 2001 году. Понимаете? Я алкоголик, не надо меня там смешивать со всей этой фигней. А то, что я шучу там по поводу нюхать, еще что-то, это все вот, ну, для долбоебов, которые верят в это. Вот именно для вас. Состояние, которое подменяет сознание, да? Вот с алкоголем я дружу, мы с ним дружим, я обожаю его. Я становлюсь сразу добрым, мне хочется всем дать денег, угостить всех. Наркотики – это зло в любом проявлении, так что вы знаете это. Кем работаешь? Никем не работаю. Это мой выбор был. Я собираюсь в Германию через Питер, да, до Хельсинки, а из Хельсинки до Варшавы на Фликсбусе. Ребят, всему свое время. Я очень сильно переживаю по этому поводу. И вообще сейчас, что касается Германии, я не хочу говорить об этом. Еще у меня есть на субботу, на завтра такой план один. Я хочу показать ребятам, да, вот не имея ничего, кроме телефона, как можно заработать 1,5 миллиона за месяц. Просто при желании.
Ну, конечно, и некоторой медийности. Хотя даже, может, и медийности не нужно. У меня сын там. Что не публикация, то бухой такое. Несешь даже, не глупый. Вы знаете, что, если я считаю так, что человек в любом своем проявлении должен быть искренним. Если я кажусь мудаком, да, когда пьяный несу чушь, ну, это мое состояние, и позвольте мне уже как бы самому выбирать, выставлять мне это или нет, да. Ну, вот так вот я поступил. Неужели вы думаете, то, что вы все идеальные, да, и для вас нет каких-то моментов, которые, в которых вы не правы? Конечно, есть. Сын был в России, когда маленький был. А как в нашей стране не пить? Да так можно и не пить, понимаете? Нужно кайфовать. Вы находитесь, ну, в каком-то, не знаю, информационном вакууме, моральном вакууме, который не позволяет вам себя вести как мудак, да? Я хочу жить так, как я хочу. Я не хочу тратить время на нелюбимую работу, поэтому я не работаю, да? Я хочу жить в свое удовольствие. Мне это позволяет, мое положение, мои возможности. Но я для этого работал, друзья мои. Вы сейчас думаете, что это не так. Я работал с 2014 года по 2021 год. Каждый день я просыпался в 6:30 утра и хуярил. И в воскресенье тоже. Поэтому сейчас могу не работать какое-то время, пока не найду то дело, которым буду гореть. Да не тех баб. Вы знаете, что бляди – это вообще самое лучшее, что было в моей жизни. Они прекрасны. Я их выбираю, потому что, ну, мне кайфово с ними. И это самые лучшие, ну, такие яркие моменты, которые я испытывал. Почему не тех? Я всегда выбираю тех, не жалею о том, что я выбирал. Каждая прямо вот, ну, была именно той женщиной, которая мне нужна была в тот момент. На пиццерии как же. Все нормально с ней. Леша просто получается связь с Машей. Да, понимаете, что, ребят, вы поймите одно, то, что мне уже вот 45 лет будет в этом году, да, на протяжении всей своей жизни я встречался с разными людьми, там, от, ну, маргиналов, комбо-маргиналов, да, до светских людей. И были в моей жизни наркоманы, которые кололись, нюхали, курили, пили, пили то, что нюхали, кололись и курили. Ну, в общем, это было дно днища. Я никогда в своей жизни не позволял себе этого. Если бы вы немножечко подумать могли, да, то, ну, проанализировав мою как-то жизнь, вы бы сделали вывод, то, что, блядь, он бы сдох уже там лет 20 назад. Нет, ребят, я не позволяю себе этого. Я знаю, что такое хорошо, что такое плохо. А если я бы отстебусь над теми, кто говорит там мне, что я могу забалдеть и наркоманить, так, ну, это уже их личный выбор. Вот если они видели бы, да, сказали там то, что вот я с ним там балдел и балдел, то это одно дело. Поэтому все относительно. С Сережкой общаешься? Да, с Серегой общался. Недавно он мне писал, я не смог ему ответить. Еду в Химки, в славный город-герой. Отлично выглядишь, люди, наркоманы так не выглядят. Вот, здравая мысль, хорошая девушка. Предположила то, что наркоманы так не выглядят. Вы знаете,
знаете, что судьбы не существует. Судьба вот для таких мудаков, как вы. Судьба – это твои мысли и действия здесь и сейчас, которые формируют твое будущее. Все, все элементарно, женщина. С водичкой надо разговаривать. С водичкой разговаривал сегодня в душе, когда был, сидел и где-то 2-3 минуты уделяю на общение с ней абсолютно верно. Потому что вода была при сотворении мира. Она несет очень большую информацию. И еще, что Маша собирала. Да Маша на видео была бухая, ребят, она не употребляла, не употребляет. Там, короче, разбился бокал, вот, и она, короче, осколки собирала так отчаянно и отважно. Ты что-то много пить стал. Да нет, у меня ничего не случилось. Так, а гусь что там, жив? Гусь уже давно почил, ну, ребят. За мамин счет живут, да, у меня есть и такое. Плохая та мать, как говорит мама моя, что сына до 50 не содержит, поэтому... А кому, кому какое дело, за чей счет я живу? Вернешься на дом? Знаю. Но меня звали. Сегодня напишу, наверное. Спрошу. Дядя Саша. У меня там пицца-печь еще стоит. Надо печку включить и напечь пиццу. Точно. Суббота. Завтра попробую. Надо написать сейчас. Тот еще артист, поверьте. Вы знаете, что когда два человека живут и используют друг друга, понимая, что они используют друг друга, но делают вид, что это не так, блин, это приведет вообще к крутому сценарию, и финал будет просто эпичный. Я прям вот вижу сейчас, это будет, знаешь, что там он меня избил, там чуть ли не изнасиловал, или еще что-то такое, там будут такие истории, которые в книжках вы не читали. Так что запасайтесь попкорном и смотрите. Телепроект будет интересный. Ладно, а я вас всех цем. Только плачу за батлу.
хоть бы за меня кто-нибудь заплатил хоть раз. А? Есть такие? Сейчас судите. Никогда им не было.